фильме «Геронбойский батальон» есть первый эпизод, когда все уже убежали, все уже отступили. Да, это знаменитый там фильм. Там уже наступают, и он вдруг заводит УАЗик и собирается ехать туда. Угу. Туда. Туда. Навстречу наступающим. Туда, навстречу наступающим. И объясняет мне, там раненые. Ну, блин, конечно, я не мог не поехать. И со мной еще поехал оператор, который ухитрился снимать этого орущего, стонущего мальчишку. Да. Мы привезли этого мальчишку, значит, выгрузили. И я смотрю, визир опять машину-то разворачивает. Визир его звали. А там уже, ну, просто ад творится кромешный. Ну, что, поехали. Поехали. Но мы с визиром оказались вдвоем в машине. Ну, естественно, когда мы доехали, то... Но с нами гуманистически очень обошлись, потому что и шарахнули, значит, колеса сразу, и УАЗик завалился. Нас вытащили из УАЗика, и я был уверен, что это армяне вытаскивают. Это, оказывается, псковский десантник, это, оказывается, псковский десантник, это, оказывается, псковский десантник осуществляли боевые действия против Азербайджана. Они-то нас и расхерачили, весь этот геронбойский батальон, о, как, в составе которого мы это были. Осталось за кадром. Да. Это были. Осталось за кадром. Да. Это были. Осталось за кадром. Да. Это, ну, меня попросили деликатно об этом на эту тему не говорить. Сейчас уже можно. Сейчас уже можно. Это, ну, меня попросили деликатно об этом на эту тему не говорить. Сейчас уже можно.